Ну что ж, и всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня мы продолжаем проходить игру Killer is Dead. Так, нам в тот раз сказали что-то всего дофига. Выбор миссии, статус улучшения, сувенирный магазин. Короче, нам что-то всего дофига подсунули. Честно говоря, я маленько аж растерялся. Что же нам вообще делать? РБ, это у нас улучшение. Улучшение у нас покупается вот за эти кристаллы, коих у меня, как видите, нету более. Поэтому сувенирный магазин. Обычная жевательная резинка. 10 долларов. Любимый парфюм Монда. Духи. Ни хрена себе 250 тысяч. Он не слишком ли надухарился? Оценивается в 100 кристаллов. Лунная кристаллическая руда. 1 лям. Синяя визитка. На время активирует максимальный уровень. Красная визитка. Визитка Микки. 100 тысяч. Охренеть. В самый раз для любовного признания. Наверное. А чё цветок меньше подорожал, чем жвачка? Ладно, и... Костюмы даже есть. Вах. Пусть будет мисс офицер, а Вивьен... Господи. Ну, конечно же, продажный коп. Ладно. Таблица успехов неинтересна. Подсказки, в принципе, мы их видели. Все, давайте выбор миссии. Ну и посмотрим, что за миссия у нас с розочкой. Горячая штучка называется. И помимо этого, это мы прошли. Нет, это оккупация Луны, это не прошли. Мондо бабник есть у нас. Истребление насекомых, кровосос. Мондо бабник 4. Господи. Давайте Мондо бабник 1. Место расположения барная стойка 1,7 метра, 27 лет, бразильянка. Поехали. Если раздобудешь очки Скарлетт, сможешь смотреть на нижнее белье красоток. Что? Это типа мечта извращенцев, очки, которые просвечивают верхнюю одежду. Дрессе. Заполни шкалу либидо, чтобы достучаться до сердца красавицы. Что? Используй зрение мача для заполнения шкалы. Удерживайте ЛТ. Зрение мача. Неужели ты решил немного отдохнуть от работы? Если красотка отводит взгляд, она тебе все еще не доверяет. Смотри ей только в глаза, либидо не повысишь, лови взглядом сексуальные позы. Что? Надевай очки, ты начнешь видеть мир совсем иначе. РБ использует очки. Че за... Наблюдая за красоткой через очки, ты можешь узнать, какие подарки она предпочитает. Здрасте. Если красотка уставилась на моду, он может переждать момент, отведя взгляд. Смотри в другую сторону. Что? Действует твой шанс, она отвлеклась. Запечатли несколько эротичных поз. Какие позы на? Вы о чем вообще? Что делать? Я могу только очки одевать. Отведи, говорит, взгляд. Что делать-то, идти колотить? Я ни хера не понимаю. You're acting suspicious.
Да вообще странно. А как мне отдать? Теперь твою либидо на пределе, посмотри на красотку, вручи ей подарок, выбрось подарок. У меня нет этого подарка. Это не РБ, это РТ. Да что ж такое? Нет, и это тоже не то. Так, сейчас разберемся, ребят. Фу, господи, я думал, ей ЛСД надо подсунуть. Да, она уже заполнена. РТ. На тебе жвачку. Подарок мне? Ой, ты меня балуешь. Конечно. Жвачка столько стоит дорого. Не поверишь. Ты определенно знаешь толк в подарках. Так. Поехали дальше. Водка? У меня нет водки. Господи, я не понимаю этот прикол. Ладно, опять. В дело идут очки. Все, вроде как стоит. А чё толку-то? Она не хочет цветок, я так понимаю. Капец. Ой, ты определенно знаешь толк в подарках. Типа я прошел. Мон, да покажи, как сильно ты меня любишь. Окей. Я даже, говорит, встать со стула могу. Это у нас, знаете, типа Джеймс Бонд, агент 007, со всеми просто. Что не фильм, то новая женщина. Бразильянка. Я сделаю это специально для тебя, используя его с умом, ладно? Получено оружие бур. О, господи. Замена левой руки на массивный бур. Хорошо. Это больше на биошок похоже. Ты крутишь стены и щиты врагов. Крушить. Окей. Так, удерживать ЛТРТ бурение. Исходя из ситуации, ты можешь выбрать одно из четырех вторичных оружий. Смена вторичного оружия РБ. Уже уходишь? Ты ведь вернешься ко мне снова, правда? Да, кстати, я ничего не вырезаю, просто ничего не показывалось вообще. Всего девушек 5 долларов? Что значит 5 долларов? Что это за хрень? Очки Скарлетт, ты можешь смотреть на нижнее белье красоток. У меня они вроде как есть, эти очки Скарлетт. Я вот этого не совсем понимаю. Так, ну что, бабник у нас закрыт, убийца мертв. Эпизод 2Б, это мы прошли. Эпизод... Какой у нас эпизод-то идет? Измученную прошли. Ну, давайте эпизод, собственно, 4. Оккупация Луны. Клиент Лунная река. Имя Дэвид. 1,9 метра, 37 лет, американец. Негодяи, появившиеся буквально из ниоткуда, лишили меня всего. И осталась лишь эта бренная плоть, как напоминание о том, что я все еще существую. В минувшие века были безразличны. Наших сил было подвернуть планету под себя, но нас не устраивал такой путь. Мы любили наш прекрасный мир в его первозданном виде. С Луны мы могли часами смотреть на Землю, нам нравилось созерцать. Нет никакого прощения, кто лишил нас этого удовольствия. Тому, кто лишил нас этого удовольствия. Чё за Кремль, блин? Василия Блаженного. Я лунная река, мой народ рядом с темной стороной, родом с темной стороны Луны. Собор Василия Блаженного я имел в виду. Под Кремлем.
Пожалуйста, казните этого человека. Он называет себя Дэвидом. Дэвид. Мадам, вам известно, где он живет? На темной стороне Луны. Ясно. Конечно, где же ему быть? Если он там живет, то, боюсь, он вне поля нашей юрисдикции. У всего своя цена. Не в этом случае. Сумма слишком велика, чтобы выразить ее в деньгах. И че это? При всем моем уважении, Дэвид уже доставлял нам неприятности, несомненно, он мерзкий тип. Я с удовольствием казню его. На эту работу будет сделана особая скидка. Вы расплатитесь поцелуем. Тем, что ценится выше любых денег. Поцелуем? Если получится, если вы действительно сможете казнить этого человека, то я согласна. Босс, я ведь могу взяться за это дело, правда? Вивьен, доставай контракт. Большое вам спасибо. Поблагодарите меня, когда работа будет сделана. Какого хрена? Какой в жопу поцелуй? Ты о чем, мужик, вообще? Господи! Этот сраный поцелуй тебе карман не наполнит. Конечно, если у тебя денег и так до хера, тогда тебе действительно насрать. Это что, мода в скафандре, что ли? Детский сад, ей-богу. В наши дни добраться до Луны не так сложно. Такое чувство, будто кто-то раздавил мои внутренности. Да уж, тебе не позавидуешь. Как хорошо, что я решила остаться тут. А я хотела пойти с ним. Скажи, Мондо, ты уже бывал на темной стороне Луны? Нет, но меня не покидает ощущение дежавю. Не забивай себе голову. Если понадобится помочь, помощь мы ее обеспечим. Обойдусь, не успеешь ты доесть свой завтрак, как я уже буду дома. Охренеть, блин. На всю Луну один дом. Из офиса сделали притон. Расплачиваемся поцелуями. Капец какой-то. Я не знаю, что происходит в этой игре. Это что-то не то. Здесь же нет кислорода. Почему я не умер? Странно. А ты мог это задавать этот вопрос до того, как ты снял себе этот акваланг, блин? Причем скафандр у него, кстати, тоже неполный был. Чисто шлем и все. Ну, стандартные механоиды. Ну что ж, наслаждайся, раз пришел. У него какой-то, знаете, откат между ударами, который меня жутко как бесит. Так, а это кровяку расходует, нет? Я вот не вижу ни хрена. Вроде типа нет. Скукотища, как я и ожидал. А чё, всё, типа больше врагов не дадут? Ну просто это единственный предмет, который тут можно было сломать. Я решил, почему бы и нет. Не знаю, что это такое. Ага, тут вообще не пройти. Ну, тем лучше. Меньше путей, меньше путаницы.
Да, кстати, розочки. Не зря разбил. Правда, так и не понял, я получил урон или все-таки нет. Его бы научить махать немного побыстрее, было бы вообще замечательно. А то он как-то немного тормознут это делает, особенно после раскрутки своей, он очень долгое время оседает и ни хрена не делает. А как мне выбрать вторичное оружие? Ладно. Короче, тупо сзади зайдем и забьем болт на все это дело. А, так я и так бью нормально. Я просто думал, что проблема какая-то будет, а нет. Никаких проблем не имеется. Как я еще раз повторюсь, очень странная рисовка. Вот. Ну, слэшер, я бы сказал, вот после небольших уже прохождений он немного странноват, как слэшер. То есть он ведет себя не совсем правильно, я бы сказал. Не так, как должен выглядеть именно слэшер. Вот эти вот всякие. Может быть, я, конечно, пока еще не привык. Посмотрим. Блин, не туда отскочил. Короче, самое дельное это отскок тупо. А как убийство-то вот эти вот понтовые совершать? Я что-то не понял. Ко мне там предлагают что-то сделать. Мандат, от этой картины у меня мурашки по коже. А мне норм. Мне очень нравятся здешние вазы, поэтому я их, пожалуй, поразбиваю, пока есть возможность. Может быть, что-то побыстрее себе накопим на какой-нибудь бонус. Нормально. Выплюнуло так. Так, моя интуиция подсказывает мне, что в этом дворце есть сокровища. Привезешь мне что-нибудь? Ага, обязательно. Во. Жуть какая. Это называется, чтобы стены крутить. Тратуют ей. Как у вас делище? Не поверите, но вы мне не сильно-то нужны в данный момент. Ну да ладно. Что, что, что? Так и знала, что мы еще увидимся. Испытание приема, часть 1. Обращайтесь в любое время, я буду ждать. Спасибочки. А, вот чьи-то очки. А как мне теперь поменять? Все, понял. Короче, это извращуга медичка. А, но мне надо было? Так, давайте попробуем. Скорее всего, это был какой-то секретик. Ну, наверное. По крайней мере, сейчас всего понаберем. Так, это тоже сойдет, тоже сойдет. Здравствуй снова. Мне казалось, что я надежно спряталась. Ты меня впечатлил. Испытание задания, часть 3. Спасибо. Обращайся в любое время, я буду ждать. Хорошо. Ты получил немного свежей крови от Скарлетт, Синкс, Элот. Я так понимаю, это и был тот самый секрет. Чуть не так-то он и быстро. Мне кажется, он бежит ровно с такой же скоростью, как и вот так вот перемещается.
Трату ей. Опять какое-то дышло. Ты кто? Ты Дэвид? А чё, у тебя жизни нет? Пошёл нахрен. Ух ты! Так тебе вообще насрать на мои удары, да, значит? Да бей его, пока он валяется! Опять, да... Нахрен. Ну, вот это красиво, спору нет. Мондо-сан, мне хотелось бы с тобой встретиться. Я буду ждать, загляни ко мне. Хорошо. Чё-то так сейчас подумал, у меня, блин, на этих женщин денег вообще не хватит. Если на каждую что-то покупать, тут вон уже жвачка стоит хренову гору денег. А чё ничего нету-то? Это же не круто. Опять щитовики. Нет, смотрите-ка, не щитовики. Теперь с другой стороны поднялся. Опять от картины жуть. Вах. Какая елда огромная. Типа должна... Ой. Ну да. Типа вызывает страх. Все верно. Все, что ли? Я думал, это что-то более такое будет. Матерое прям такое. Ни хрена я жизни я потерял уже. А, мне нужны жизни. Жизни, пожалуйста. Или это не жизни, это... это уровень здоровья повысился. Блестяще. Ты меня впечатлил. Синкс. Я надеялся на это. Что-то он так тихо бегает. Прям бесшумно ступает. Подожди, я опять вернулся туда же. Что тут нет бочка. Если бы я здесь был, я здесь не был, они бы остались. Говорю, вот странно очень. После вот этого мега-удара у меня очень долгий откат идет. Короче, хилку не получить от этого всего. Ой, чё я нажал-то? На X случайно, что ли? А, ну тогда все правильно. Да, X определенно мне надо. Для прокачечки. Слушайте, а нехило с них дают-то. По 20 штук. Нормас. И еще одна. Готово. Хилочки бы. Да чуть не будет здесь у меня этих хилочек. Придется там за несколько тысяч покупать визитку моей шальной подружки. И жутко долбить по геймпаду, чтобы в итоге проснуться. Так, это же все. Вроде все. Открывай. Да вы издеваетесь. Опять начало, что ли? Я бегаю, короче, вокруг одного и того же места. Это какой-то замкнутый круг, блин. С постепенно открывающимися картинами. Тратут ей. Опять это дичь. Вот, вот, вот про что я и говорил. Вот этот вот откат по действиям мне очень дорогого стоит в итоге. Можно сказать, секатором по яйцам. Да отстань ты от меня. Так, одного отсекарили.
Так, и бошку отрубили. Прекрасно. Великолепно. С нетерпением жду нашей встречи, а я с нетерпением жду, когда я уже смогу где-нибудь аптечку здесь обнаружить. Взаимно. Так, я так понимаю, это уже основная картина открылась. Либо нет. Ты приглянулся моим летучим мышкам. Не будешь ли любезен заглянуть ко мне, а? Так, ну что, миссия уже довольно долго. Давайте, собственно, на этом будем завершать. С вами был Вячеслав Син. Это была игра Killer is Dead. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.